no sitole, jednou nahoře. Život plyne jak voda a smrt je jako moře. Každý k moři dopluje, někdo dříve a někdo později. Kdo v životě miluje, ať nestrácí naději. Až uvidíš v životě zázraky, které jenom láska umí. Zlaté rybky vyletí nad mraky, pak porozumíš, že je život jak voda, kterou láska ve víno promění. Láska, že je náhoda a bez ní štěstí není. A bez ní láska není. Примите самые добрые пожелания, дорогие друзья. Мысленно поднимаю бокал и вспоминаю старинное новогоднее присловие «За мир вашему дому и спокойствие на земле». У нас полчаса на то, чтобы рассказать, как человечество шагнуло в 1978 год. В эти полчаса не вместить широкую политическую панораму события, да и вряд ли это отвечало бы настроению сегодняшнего дня. Минувшей ночью люди повсеместно, где бы и в каких бы условиях они ни жили, верили, что переступают порог, за которым их ждет счастье и новая судьба. Один из западноевропейских обозревателей несколько дней назад написал: «От скандинавской тундры до средиземноморского побережья Новый год ждут скорее с тревогой, чем с радостью». Но это правда. И тем не менее, финские семьи прошлой ночи с надеждой поедали странную смесь чеснока с медом. В шотландских домах в полночь настежь открывали двери, чтобы выпустить старый и впустить Новый год. В Италии в 12 часов, нарушая закон, не считаясь с прохожими, вышвыривали из окон старую мебель и прочую рухлядь. И в Азии многие народы считают, что, соблюдая известные обряды, можно оставить в прошлом году все недоброе, тягостное. А индийская традиция велит сегодня не сердиться, не ссориться, быть вежливым. Словом, сегодня не тот день, когда думают о тревогах и разочарованиях. Жизнь и без того выдает их людям с лихвой. Сегодня повсюду, где празднуют Новый год, день надежд и веселья. Первым среди наших корреспондентов Новый год встретил Владимир Цветов в Токио. Последние часы старого года. Но это последние всплески праздничного оживления. Такого же оживления, какое можно увидеть сейчас в Лондоне или, может быть, в Париже. Ровно в 12 японцы откажутся, забудут о привнесенной извне традиции отмечать Новый год елкой, Дедом Морозом и песней о звенящих колокольчиках. Храм в токийском районе Осакусы. Половина первого ночи. Бьет храмовый колокол. После его 108-го удара и наступит, собственно, Новый год. Почему 108 ударов? Японцы считают, что именно столько страстей обуревают человека. С каждым ударом колокола человек избавляется от какой-либо пагубной страсти. Японцы нерелигиозны и совершают хацумодэ, паломничество в храм в первые часы Нового года, чтобы отдать дань древнему обычаю. Утром 1 января праздник начинается для детей. Рисовые лепешки моти не ахти какое лакомство, но редкая мать не купит в Новый год такую лепешку для своего ребенка. Так повелось испокон веков.
Детей же привлекает больше сам ритуал изготовления моти. Ведь такое зрелище можно увидеть на улице только в первый день Нового года. Это не занятие секции бадминтона. Игра в валан тоже издавна входит в устоявшуюся программу новогодних празднеств. В кимоно и в национальной обуви нелегко бегать с ракеткой, но обычай требует именно такой одежды. Девочки с удовольствием следуют обычаю. Надевать кимоно им удается не чаще 2-3 раз в году, по самым почитаемым праздникам. Завтра связистам и электрикам придется немало полазать по столбам и крышам, чтобы снять запутавшихся в проводах и в телевизионных антеннах воздушных змеев. Но будни наступят завтра. Сегодня же игре отдаются с одинаковым весельем и дети, и взрослые. Увидеть первый луч солнца в первое утро Нового года значит быть счастливым весь год. Лучше всего встречать восход солнца на вершине горы Фудзи. Этого вообще-то и требует обычай. Да не просто забраться в зимнюю пору на 3000-метровую высоту. На помощь японцам пришло телевидение. Вся страна одновременно любуется солнечным восходом. Кстати, японские дети почему-то считают, что Дед Мороз живет в Финляндии. Пишут ему туда письма, и что самое странное, получают ответы. Почтальоны ежегодно приносят 20 тысяч открыток от Деда Мороза, обитающего среди финских снегов. Разумеется, эти поздравления сочиняются на месте, в Токио. И занимается этим очень солидная организация, японская Лига содействия ЮНЕСКО. Вот такое трогательное отношение к детским иллюзиям. Но поспешим, Земля вращается быстро, и первые утренние звезды уже зажглись в далеком небе над Монголией. Дед Мороз, гулявший ночью по холодным улицам Улан-Батора, похож на пастуха с древнего стойбища. Мохнатая шуба, большая лисья шапка, у пояса табакерка, огниво и кремень, в руке бич. Встречали его голубой лентой, хадак по-монгольски, и чашей с кумысом. Вот так по традиции встречают самых дорогих гостей и танцуют в их честь. Эту новогоднюю миниатюру прислали нам товарищи с монгольского телевидения.
Мы обойдем стороной множество других стран Азии. Но там, по большей части, сегодня обычное воскресенье, Новый год, будут праздновать с приходом весны. Во Вьетнаме 1 января обмениваются поздравлениями только официальные учреждения. И пройдет еще месяц, прежде чем люди к празднику украсят мандариновые деревья. В Лаосе и Бирме дождутся апреля, самого жаркого месяца, чтобы устроить новогодние фестивали воды. В Иране станут палить из ружей и бить старую глиняную посуду в полночь 22 марта. Так что сейчас Москва. У нас в Москве довольно тихий праздничный день после шумной веселой ночи. А вот это уже кадры, снятые несколько дней назад. Вот где-то здесь, в подмосковном лесу, была срублена елка для французских детей. Тому уже лет 15, как жители Первомайского района Москвы стали побратимами трудящихся французского городка Молоков, входящего в зону Большого Парижа. И вот каждый год отсюда, в конце декабря, с фабрики, расположенной в Первомайском районе, шлют французским детишкам елочные украшения и елку, которую вы видели. Московскую елку самолетом доставили сюда, под Париж, в город Молоков. Молоков – один из тех многих городов, которые плотно окружили французскую столицу, фактически стали ее рабочими пригородами. Живет в этом городе 35 тысяч человек. Больших заводов здесь нет, а мелких предприятий и мастерских очень много. Уже более полувека городом управляет муниципалитет левых сил. Неизменно мэром избирается коммунист. Да и в самом городе насчитывается 2000 коммунистов. Это по их желанию городской стадион назван именем Ленина. Стадион был открыт еще в 1938 году. От площади имени Гагарина отходит бульвар Сталинграда. Он ведет нас дальше по городу, который породнен с Первомайским районом Москвы. Почти 50 французских городов породнены с советскими городами. У Первомайского района Москвы и французского города Молоков, как вы уже знаете, есть своя особая новогодняя традиция. Правда, эта площадь перед зданием мэрии выглядит совсем не по-зимнему, не по-новогоднему. Плюс 12, идет дождь, но погода не помеха новогодним обычаям. И вот снова на почетном месте в здании мэрии московская елка. Жителям города Молоков с наилучшими новогодними пожеланиями от жителей Первомайского района Москвы.
наше интервью с мэром города Молоков Лео Фигером у московской елки. Eh bien, monsieur le maire, si vous avez quelques messages pour nos téléspectateurs. Да-да, говорит мэр, мне хочется у этой елки, присланной нам самолетом из Первомайского района Москвы, обратиться к москвичам с самыми добрыми словами, приветствовать всех советских людей, пожелать им больших успехов в 1978 году. Репортаж из города Молоков вел наш корреспондент Георгий Зубков. А потом вы видели выступление шведского ансамбля, он обычно выступает на английском языке, в студии польского телевидения. Ну, задержимся еще немного в Европе. Будапешт, 31 декабря. Вот здесь 31 декабря, до наступления сумерек, полагается купить метровую тримбиту, скрученную из бумаги, десяток роликов серпантина, конечно, подарки друзьям. Мне вот
цветы женщинам. А потом следует поужинать. И на каждом венгерском столе обязательно должен быть поросенок. Может быть, не жареный, не заливной, всего-навсего из шоколада или даже пластмассы, но должен быть, потому что поросенок – это символ благополучия. Пробьет 12, вы выпьете бокал шампанского, и надо обязательно выйти на Кёрук. Это кольцо бульваров, опоясавших центр Пешта. И вот там на Кёруке вы поймете, что все то, что было до сих пор, это только прелюдия праздника. Насколько я знаю, никому еще не удалось заснять ночные сцены на новогоднем Будапештском Кёруке. 1,5 километра проспекта отданы во власть ликующим горожанам. И если кто-нибудь рискнет туда вторгнуться на автомобиле, то может быть уверен, что его затрут люди в шутовских колпаках, в масках. И сколько людей на Кёруке, столько трембит и дудок. Они звучат на тысячи голосов, торжественно, насмешливо, скрипуче, басовито. Их подзадоривают трещотки, шутихи, петарды. И вот вся эта буйная какофония доносится до первой утренней звезды. А в Праге, в Берлине, в Бухаресте несколько иной темперамент. Сейчас вы увидите фрагмент из новогодней программы, которую сегодня ночью смотрела Чехословакия. А затем три репортажа наших корреспондентов. Jsou věční ti dva, kterým se zdá, že svět kvůli nim jen se točí. A slova jsou nic, když chtějí to říct, tak čtou si to z dlaní a z očí. Jen ty a já, jinak to možné už není. Vždyť patříme k sobě jak slunce a den a na tom se sotva co změní. Jak nejhezčím snem si spolu teď jdem, jak v obláčku s růžovou tváří. A z té lásky snad jsem kdekoliv rád a najednou všechno se daří. Jen ty a já, jinak to možné už není. Vždyť patříme k sobě jak slunce a den a na tom se sotva co změní. Už máme svůj bod, jsi můj pevný bod a mě to tak svědčí ve péči. Jsi můj živý sen pro deštivý den, jsi jiskra a kvítek jenž léčí. Jen ty a já, jinak to možné už není. Vždyť patříme k sobě jak slunce a den a na tom se sotva co změní. Vždyť patříme k sobě jak slunce a den a na tom se sotva co změní. V rumunských Karpatách
Нынче снежные и морозные, с метелями и сугробами зима, тепло укутавшее толстым слоем снега горное селение Трансильвании. В пору новогодних праздников жители городов семьями выезжают в горы. Новогодний праздник встречают по старинным национальным обычаям, из которых состоит большой новогодний спектакль. Праздничный танец поющих лошадок – один из элементов такого представления. Этот танец с песнями, прославляющими земледельцев, особо отличившихся в году, молодые сельчане исполняют обычно перед домами почетных тружеников. Шумные ватаги подростков и взрослых, разодетых в яркие домотканные накидки, в причудливых масках ходят по улицам сел Хунидары, Сибиу, Муреша, Альбы с песнями и колядками. Программа новогодних представлений создавалась многими поколениями румын. Каждый уезд вносил в нее что-то свое. Если, например, в Трансильвании в народных праздниках участвуют ряженые с обязательным присутствием масок и костюмов оленя, лошадки, петуха, то в буковинских лесах и в Молдове к этим участникам присоединяются медведь и коза. Здесь же разыгрываются сатирические сценки и пьесы из крестьянской жизни под названием «Жиень» по имени некогда известного народного балагура Гайдука Янку Жиану. Это пародии на темы из жизни села, высмеивание лодырей, нерадивых. В завершении спектакля еще одна обязательная церемониальная сцена, которую символизирует погребение и поминки старого календарного года. В центре Берлина новогодняя ярмарка. Взрослые с удовольствием на несколько часов возвращаются в сказочную страну детства. Они съели 300 тысяч блинов и 200 тысяч порций сахарной ваты. Я уже 2 года играю в Берлинском немецком театре. В этом году я получил первую в жизни ответственную роль в спектакле. У нас родился ребенок, мальчик. Мы назвали его Крисом. Вот мои дети. Старшая дочь закончила 10 классов и поступила в педагогическое училище. Младший пошел в школу. Год у нас был удачным. Жоланс Рютер, работаю шофером на фабрике. В 1977 году я получил новую квартиру. Тот год принес для меня самое интересное из всего, что может быть, сына. Единственная связь с берегом, с континентом – рейсовый паром. Вот так с этой пристани начинается знакомство с одним из самых своеобразных островов на Адриатике. Это Корчула. Древняя обжитая земля. Земля вековых традиций в земледелии и ремесле. На Корчуле из поколения в поколение люди растят виноград и маслины, строят лодки и корабли. А здесь и сейчас один из центров судостроения.
а сам город Корчула стал едва ли не самым оживленным местом туризма на Адриатике. Но это летом, в разгар сезона. А сейчас, в эти новогодние дни, остров и город живут своей жизнью по своим традициям. Одна из них, как утверждают историки, существует на Корчуле вот уже 4 века. По праздникам здесь танцуют знаменитую морешку. Этот рыцарский, как его называют, танец – своего рода феномен. Он вобрал в себя элементы фольклора многих народов Средиземноморья, его музыка и костюмы, соединение многих стилей и обычаев. Но все это совершенно оригинально, все это можно видеть только на Корчуле. Сюжет этого танца-спектакля прост и вечен. Борьба добра и зла, темных сил и благородной любви. Спор решается в бою, звон мечей наполняет узкие улочки Корчулы, и люди собираются на площади перед собором, чтобы еще раз увидеть своих любимцев. Профессионалов в ансамбле нет. Это все корабелы, рыбаки. Есть врач, адвокат, почтальон. И каждый школьник скажет вам, кто исполняет роль черного короля или красавицы-невесты. Морешка – это гордость корчуланцев. И ни один новогодний праздник не обходится здесь без этого красочного и необычного народного представления. Оно заканчивается, как и полагается, победой добра над темными силами. С Новым годом! Традиционное поздравление специально для советских телезрителей. Репортажи прислали из Румынии Александр Федоров, из Берлина Вячеслав Кащенко и из Югославии Александр Шакин. А вот из Африки в моем распоряжении только один репортаж. На том континенте, как и в Азии, Новый год празднуют по разным календарям. В Эфиопии, например, в сентябре. Европейские обычаи укоренились в сравнительно немногих странах. Среди них Ангола, откуда к вам обращается корреспондент Бронислав Мякота. В Анголе разгар жаркого тропического лета. Праздник совпал с отдыхом в конце трудовой недели. Ангольцы называют его «Фин да Семана». На золотистых песках 7-километровой косы, плавной дугой прикрывающей от океана гавань Луанды, много отдыхающих. В 30-градусную жару воды бенгельского течения, омывающего берега Анголы, сохраняют прохладу, которая влечет к себе даже привычных к теплу местных жителей, не говоря уже о тех, кто приехал из более суровых краев. Здесь отмечают Новый год по традиции, завезенной из Португалии, но, пожалуй, даже самые красивые искусственные елочки и блестящие украшения тускнеют перед яркими, сочными красками живых цветов, в которых сейчас утопают улицы ангольской столицы. Новый год встречают огромные баобабы, плоды которых, раскачиваясь на длинных ножках, кажутся пришедшими из детской сказки. Гроздья ароматных манго, сочные ананасы, чем-то напоминающие на вид груши, но неописуемого вкуса авокадо, другие всевозможные дары тропиков. Многие жители Луанды проводят праздники за городом. Одно из любимых мест отдыха – остров Мусулу, что лежит к югу от столицы в 3-4 километрах от берега. Здесь живут трудолюбивые, гостеприимные и веселые люди. Мы с кинооператором Виктором Бабаевым побывали также в городе Кашиту, что находится в 60 километрах к северу от Луанды. Thank you.
Ну, в Москве около 4 часов дня. На американском континенте еще раннее утро. Но хотя бы приблизительное представление о том, как выглядит сейчас Северная Америка, вы можете получить из короткого репортажа нашего корреспондента в Канаде Владимира Осетрова. В Канаде украшены не только елки. С большим искусством расцвечен лампочками каждый дом. Иллюминовано чуть ли не каждое дерево. Главная елка перед зданием парламента. Вот и все. Следуя вокруг Земли, хорошо бы заглянуть еще на какой-нибудь архипелаг в Тихом океане. Но на острове Пасхи, например, Новый год отметить гораздо позже. Лишь в тот день, когда люди найдут в скалах первое яйцо весенней ласточки. Всего доброго, товарищи. Хорошего праздника.